встреча без галстуков, битва стартапов, а также различные семинары и встречи, организованные для бизнес-сообщества. С 26 по 28 мая в Уфе пройдет неделя предпринимательства. Организаторы обещают более 30 мероприятий в различном формате. Все мероприятия связаны с вопросами жизнедеятельности малого бизнеса. Мы приглашаем на эти мероприятия представителей власти, налоговой, Государственного комитета по предпринимательству, Государственного комитета по государственным заказам. Там будут представители прокуратуры, будет новая для нас биржа субконтрактации, где мы соберем информацию о возможностях технологических малого бизнеса для того, чтобы потом эти возможности соединить с потребностями крупного бизнеса. Это будет постоянно действующая такая площадка, где мы попробуем заказы от крупного бизнеса оставить в республике для наших малых предприятий. Формат сделан таким образом, чтобы максимальное количество предпринимателей пообщались и между собой. 26 числа у нас день предпринимательства, ну, российский, так сказать, день предпринимательства. Мы будем награждать по нескольким номинациям. Это лидер бизнеса, заслуженно отмечены отдельные инфраструктурные предприятия и просто бизнесмены. Неделя предпринимательства поможет также и тем, кто только планирует начать собственный бизнес. Участие на бесплатной основе, нужно просто зарегистрироваться, зайти на сайт, зарегистрироваться или приехать прямо туда, на ипподром Акбузат. Половина всей недели предпринимательства будет посвящена тому, как начать свой бизнес. Им очень советую посетить битву стартапов, где будут ребята, сформированные в команды, на глазах у всех показывать, как можно идею превратить в план какой-то, да, в бизнес-план. Порядка 10 команд выйдут на начало вот этой битвы стартапов. Мне кажется, это вот сродни началу КВНов, что ли, потому что за каждой из этих групп будут. Кто-то от вуза идет, кто-то идет от союза. То есть у них будут болельщики, у них будут консультанты. Они будут вот как за один день, так сказать, выдать что-то почти готовое, а может уже и готовое. Интересная деловая игра для замглав района, который занимается в своих районах развитием предпринимательства. По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 1000 человек. В дальнейшем планируется, что неделя предпринимательства станет в Башкирии постоянно действующей площадкой для общения бизнесменов и органов государственной власти. Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ.